карася можно высокий поднять, да? Да, я думаю, можно по грунтовкам. Есть места с грунтовкой, есть, значит, места с бродами. Вот, а есть места с редколесьем. В основном присутствует кустарник редкий, который можно, в принципе, валить, если есть такая возможность, если на машине установлены силовые бампера. Вот. Ну а кого нету, может передвигаться по таким вот просекам. Ага. И надо быть осторожным, потому что ходят лесники. Добрый день. Грибники ходят. Вот. Надо быть осторожным, чтобы никого не сбить. Опа. Потому что много. Вот утки дикие летают. У кого есть ружье? Что это, утка была? Это был глухарь. Это глухарь был? Да. Это был. А, да. Ходят лесники, и чтобы не было глухарей, надо быть осторожней. Ого. Кто, глухарь? У нас будут точки под названием глухарь, да? Где-нибудь. В таком месте, где проехать практически нереально. Нет, а почему нет? Точка волк, точка лиса, точка бобер, точка медведь, где надо пробиться через деревья. А чё нет? Да. Самая главная точка будет называться Ихтиандр. Самая главная точка — это будет точка леший. И не менее страшная точка — это, я думаю, водяной, блядь. Кстати, мы будем открывать специально для желающих. У нас вакансия есть, оплата сдельная. Называется, на должность водяного нам нужен человек. Сидеть в болоте. Ага, вот интересная точка. Подожди. Я вот покажу примерно, как она выглядит, эта точка. Точка вот там наверху. Видите ее? Не будем показывать. Мы ее не показываем, я же не говорю, где точка. Ну вот точка здесь где-то рядом должна быть. Вот в таком месте точка. Такое замечательное, супер место. В принципе, брод небольшой, обычная Нива вот проезжает в легкую. Даже вот можно в сапогах перейти, в этих в кожаных, спокойно, даже не промокают они абсолютно. Трофи ориентирования хозяин леса предлагает всем желающим посетить и вот данную точку для супер подготовленных автомобилей. Может поймать щуку, здесь щуки водятся. На живца. На живца, да, можно без трусов заходить спокойно. У кого живец будет живее, тот и поймает щуку. Для застрявших и ожидающих эвакуации автомобилей я бы порекомендовал брать с собой удочки, желательно с наживкой типа, как она называется? Блесна, да, потому что водится окунь, водится щука, можно совершенно замечательно отдохнуть. За вот эти столбы лебедиться нельзя, потому что будет стоять судья факта, если кого-нибудь увидит, штраф $5000 США. По курсу ММВБ. Курс сейчас растет, поэтому не покупайте доллары. И на ЖД пути выходить очень опасно. Очень опасно, потому что эта ветка очень оживленная. Смотри, раз. Кстати, наш партнер
призовой партнер, один из партнеров, это компания Дейрафта, которая победителю подарит очень хороший приз, включая вот такой, вот и такой, в каждой категории абсолютно. Поэтому милости просим. Денис, что скажешь? От себя скажу, прикладываем много сил прокатки трассы, расставляем интересные точки. Так что ждите 2 ноября, вам понравится, вы получите массу адреналина и массу положительных эмоций. Ждем.